Международная научно-практическая конференция внешней связи регионов Российской Федерации «Опыт Республики Татарстан» начала свою работу. Пленарное заседание прошло 2 ноября в здании Академии наук Республики Татарстан. Всего конференция продлится 2 дня и закончится 3 ноября. Конференция проходит в рамках подготовки к празднованию столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики и призвана дать оценку результатам развития региона. На пленарном заседании выступил Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета. В своих приветственных словах ректор рассказал о достигнутых успехах университета, а также прокомментировал, как развитие университета влияет на республику. Тема выступления, с которой я хотел выйти, это международная деятельность Казанского федерального университета, ректором которого я являюсь, как инструмент интеграции Татарстана в мировое научно-технологическое и социально-культурное пространство. Вы знаете, вот вопрос о месте и роли международного сотрудничества в области науки и образования, наверное, надлежит рассматривать в контексте усиления процессов его интернационализации. В настоящее время многие страны, вне зависимости от уровня их доходов, делают ставку на научные разработки. Образование и международное сотрудничество в этой сфере как необходимые условия их движения вперед. Ожидается около 200 участников, среди которых представители органов государственной власти, международных организаций, а также послы иностранных государств. Результаты и рекомендации участников конференции должны составить существенный вклад в формирование и реализацию комплекса федеральных и региональных стратегий социально-экономического развития. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз.